Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас сегодня. Добрый день, давайте проверим связь нашу. Как вы меня видите, как вы видите презентацию? Хорошо ли слышно меня? Добрый день. Вижу, у нас Чехов, Тула подключились, Подольск, Сергиев Посад. Добрый день всем, доброе утро. Лариса Кочергина, Кемерово. Доброе утро, добрый день. Замечательно. Ну, как я вижу, все работает, да, слышно и видно. Ну, тогда будем с вами начинать сегодняшнюю нашу тему разбирать. Это тема Platinum Key. Но прежде чем мы приступим к обзору этой замечательной линии, мне бы хотелось сделать небольшое объявление для вас. В первую очередь, конечно, извините, пожалуйста, я еще раз представлюсь. Меня зовут Екатерина, фамилия Баюсова, я ведущий тренер-косметолог бренда Janssen Cosmetics и бренда Inspira Cosmetics в России. Что касается объявлений, будьте добры, пожалуйста, те, кто подключаются, напишите, пожалуйста, кто вы, откуда. Если вы только-только начинаете работать с Janssen, знакомитесь с ним, укажите это тоже. Пожалуйста, для нас это очень важно и значимо. Это одна часть. Я потом еще буду периодически во время презентации напоминать, что те, кто подключается, чтобы некоторые данные о себе указывали. Что касается еще одного такого новшества для нас, у нас не изменилась, а улучшилась форма заказа косметики для косметологов. Теперь все косметологи, которые работают на продукции Janssen, могут это сделать, посетив наш сайт. То есть не обязательно связываться с менеджерами. Вы заходите на сайт, смотрите описание продукции, делаете заказ. Каким образом это лучше, ну не лучше, а правильнее сделать? Заходите на сайт Janssen Beauty.ru, раздел «Для косметологов». Там заходите в личный кабинет, наверху справа там такой человечек будет нарисован, личный кабинет, заходите в личный кабинет, регистрируетесь, но регистрироваться должны только те, кто не в Москве. Всех московских косметологов ваши менеджеры уже зарегистрированы. И вам достаточно для того, чтобы войти в личный кабинет, ввести либо номер своего телефона, либо номер своей электронной почты. Вот. В личном кабинете вы выбираете продукцию, оформляете заказ, и, в общем-то, заказ к вам будет отправлен. Вот таким образом решили оптимизировать систему заказов. Я считаю, это очень хорошо в условиях самоизоляции. Те, кто в регионах, пожалуйста, регистрируйтесь, вводите логин и пароль, как вы считаете нужным, ну и потом последующие действия, в общем-то, они все те же самые. Вот такое вот небольшое объявление. Еще раз я его прочитаю там где-нибудь в середине нашей презентации. Отлично, у нас чат живет, активен. Да, 72 человека на сегодняшний момент. И это замечательно. Надеюсь, что с каждой минутой будет у нас людей сегодня все больше и больше. Действительно, это хорошо, тема интересная, популярная продукция этой линии. И сегодня вот именно на эту тему мы будем с вами разговаривать, уважаемые коллеги. Итак, линия Platinum Key. Линия Platinum Key. Да, кстати, я прошу вашего прощения. У нас у соседей небольшой ремонт идет. Я думаю, что вы слышите, как работает сверло. Но с этим я, к сожалению, ничего сделать не могу. Каждый коротает время как может. И, видите, видимо, соседи решили заняться ремонтом в это время. Имеют право, ничего тут не поделаешь. Но уверена, что это не будет очень сказываться на звук. Я предполагаю, что звук у нас хороший, и вы меня все услышите. Поэтому еще раз, вот видите, еще раз прошу за это прощение, но не в моих силах.
Итак, линия Platinum Care. Линия, которая входит в ассортимент бренда Janssen, представлена как базовая линия, линия, которая имеет направление антиэйдж. Я уверена, что многие из вас хорошо знакомы с ассортиментом бренда Janssen Cosmetics и знаете, что Janssen разрабатывает для нас различные линии, причем эти линии находятся не только в сегменте какого-то определенной работы с тем или иным типом кожи, но еще и в различных бюджетных нишах. Одни линии мы называем линиями эконом, другие бизнес-класса, а есть линия лакшери. И эта линия разработана для тех клиентов, которые хотят получить люксовый уход, причем, как правило, не имеет значения достаток человека, просто вот люди считают, что они достойны самого лучшего, что есть на косметическом рынке. И Janssen своевременно, понимая это, разработал линию Platinum Care. Любая линия, которая называется лакшери, которая относится вот к этому сегменту, должна иметь определенные характеристики. И характеристики эти, безусловно, связаны и с активными компонентами, и с упаковками, и вообще с самим ведением линии. То есть все в этой линии должно быть на самом высоком уровне, от упаковок до активных компонентов. Наши клиенты сейчас очень требовательны, мы находимся в широком информационном поле, имеем возможность пополнять свои знания, читать о новых разработках, о чем-то инновационном, что сейчас является самым популярным на косметическом рынке. И вот именно эти важнейшие, скажем так, важнейшие требования были учтены при создании линии Platinum Care. Почему же линия называется Platinum? Ну, по сути дела, в самом названии уже мы находим ответ на вопрос, почему линия лакшери-сегмента. Платина – это ценнейший и очень дорогой металл. У многих из нас возникает ассоциация с ювелирными украшениями, причем с одними из самых дорогих ювелирных украшений. То есть это то, что сразу отсылает нас вот в сегмент роскоши, в сегмент чего-то такого очень дорогого и презентабельного. Но если говорить о платине как о косметическом компоненте, то, безусловно, здесь нужно сказать о ее преимуществах как косметический ингредиент. В первую очередь, мы используем мелкодисперсную коллоидную платину. То есть это водный раствор ионов платины. Не сам металл, а водный раствор ионов платины. Какой же эффект мы видим в плане косметологии? В первую очередь, это мощнейший антиоксидант. Один из самых сильных антиоксидантов, он входит в пятерку самых мощных антиоксидантов, которые на сегодняшний момент мы знаем. Что значит такой вот мощный антиоксидант? Это значит, что все, что встречает этот компонент на своем пути, он восстанавливает, он блокирует процесс оксидативного стресса. Какие-то антиоксиданты, там витамин С или там экстракты каких-то растений, они работают на блокировку свободно-радикальных процессов выборочно, то есть на какие-то клетки будут защищать определенные клетки. А вот экстракт водный раствор ионов платины, все, что он встречает на своем пути, он все это защищает. Вот поэтому мы говорим о том, что это такой, знаете, тотальный антиоксидант, действительно мощный очень компонент. Второй плюс этого компонента – то, что он является проводником. Все, что связано с платиной, все это
проходит более свободно в глубокие слои кожи. И там эти компоненты, с которыми связана платина, оказывают свое, ну, заданное там действие, определенные действия. Это еще одно преимущество водного раствора платины. И третье преимущество, о котором мне хотелось бы сказать, это то, что платина, оказывается, блокирует негативное воздействие инфракрасного излучения. Мы часто говорим о том, что нам нужно защищаться от ультрафиолета, и мы это все прекрасно знаем, вот, уже этой информации у нас вполне достаточно, вот, но о негативном воздействии инфракрасного излучения, то есть теплового воздействия, об этом мы в последнее время все чаще и чаще напоминаем нашим специалистам. И вот именно платина, она, ну, скажем так, сглаживает вот это вот негативное воздействие инфракрасного излучения и переводит тепловое воздействие, ну, как говорят, переводит в биологические лучи, то есть сохраняет внутри кожи ту температуру, которая необходима для естественных биологических процессов. Вот это основные три преимущества экстракта платины, или более правильно сказать, мелкодисперсной коллоидной платины. Еще один компонент, который в этой линии является очень важным, это пептидный комплекс матриксил-СНТ6. Это действительно инновационный матричный пептид. Я вам могу сказать, что, наверное, один из сейчас самых ярких, самых мощных и самых популярных пептидов, которые есть на косметическом рынке. О пептидах можно говорить сейчас много, это действительно очень популярные компоненты, и у Янсена во многих средствах встречаются пептидные комплексы, которые направлены на определенные действия. И говоря вообще о пептидах, можно вспомнить их классификацию. Пептиды есть нейропептиды, есть пептиды-антиоксиданты, вот. А есть пептиды, которые называются матричными пептидами, которые восстанавливают эпидермально-дермальные соединения. По сути дела, это пептиды, которые напрямую обеспечивают хороший, стабильный эффект анти-эйдж. Вот именно к ним и относится пептид матриксил-СНТ6. Что же он делает? Он, смотрю, мне задает вопросы, я сейчас, секундочку, отвечу на ваш вопрос. Спасибо большое, что их задаете. Сейчас мы с пептидом разберемся, и я отвечу на ваш вопрос. Итак, что же он делает, этот пептид матриксил-СНТ6? Он поддерживает, еще раз вот обращаю ваше внимание, не стимулирует, а поддерживает процесс выработки основных шести эпидермально-дермальных, поддерживает работу зоны эпидермально-дермального соединения и помогает коже вырабатывать определенные структурные составляющие эпидермально-дермального соединения, а именно коллагена первого, третьего, четвертого типа, гиалуроновые кислоты, фибронектина и ламинина – это якорные белки, которые удерживают структуру эпидермально-дермального соединения, делают кожу более плотной, более упругой. Вот. И также помогает в выработке белков теплового шока HSP-47. Этот белок необходим коже для того, чтобы могли правильно складываться или, быть обеспечен правильный рефолдинг белка. То есть когда белок синтезируется, он должен быть правильно сложен, как вот коробочка, он так складывается, и вот за этот процесс отвечают белки теплового шока. Вот, соответственно, 6 эссенциальных компонентов соединительной ткани, а именно коллаген, гиалуроновая кислота, фибронектин, ламинин, синтез теплового шока – это то, что необходимо, просто необходимо коже для поддержания ее или сохранения ее молодости.
Результат работы комплекса Matrixil Senti 6 вы видите на следующем слайде. Разглаживает, укрепляет кожу, восстанавливает, собственно, структуру дермального матрикса, заполняет морщины, разглаживает. В результате улучшается внешний вид кожи и состояние кожи в целом. И еще раз вернусь к тому, что сказала чуть ранее. Это пептид, который не стимулирует выработку, да, а поддерживает естественные процессы в коже, которые приводят к выработке вот этих важных структурных компонентов. Это очень важно для того, чтобы понять в конечном итоге, как же и для кого мы будем рекомендовать эту линию. Хотелось бы ответить на вопрос, спрашивает гость наш, запись вебинара 7 числа не появилась, не смогла посмотреть вовремя вебинар, была плохая связь. Все наши вебинары, они выкладываются на сайт, и на сайте вы можете найти сайт jansenbeauty.ru, и на сайте вы можете найти записи всех вебинаров, которые мы проводили, но за исключением первых двух, которые у нас были, не помню, честно говоря, какого числа, по-моему, второе и третье, но могу ошибаться. Прошлый понедельник и вторник. Вот этих записей тех вебинаров у нас нет. Все остальные вебинары записаны. Итак, пептид Matrixil Senti 6. Еще один важнейший компонент в линии Platinum Care. Следующий инновационный ингредиент, действительно инновационный, модный, популярный сейчас на косметическом рынке экстракт акации шелковой. Или по-другому еще можно, ну, не можно, мы говорим, что это акация шелковая или запатентованное название у этого экстракта, торговое название «Парадизия». Это тоже вот можете себе где-нибудь там записать, чтобы быть в курсе. Экстракт акации шелковой имеет запатентованное название «Парадизия». Итак, что же, какое действие оказывает этот компонент? Ну, проще, наверное, сказать, что он не делает, нежели чем перечислить, что он дарит нашей коже. Очень много. Но, конечно, это антиоксиданты, тоже достаточно мощные. Следующее действие оказывает противовоспалительные, вяжущие, успокаивающие действия. Это важно, особенно в условиях современного мира. Наша кожа, ну, наверное, у 80% клиентов, которые имеют характеристику чувствительной. И вот этот компонент будет работать с таким типом кожи, успокаивать, восстанавливать процессы микроциркуляции, активизировать клеточный метаболизм. Затем это компонент, который блокирует процессы гликации. Есть такая теория старения, теория гликации, это соединение сахаров с белками. В результате появляются такие типичные белковые структуры, которые очень сложно коже утилизировать. Вот. И вот эти процессы блокируют экстракт акации шелковой. Это еще один плюс. Ну и, как мне кажется, очень важное действие этого компонента – это детоксикация. Обеспечивает процесс детоксикации, причем на уровне клетки. У нас в следующий понедельник запланирована тема «Весенние уходы», и мы будем с вами знакомиться с той системой, которая необходима поддерживать, которые нужно действительно, за которой нужно в прямом смысле слова ухаживать. Это система очищения на уровне клетки. Есть такая, такая система, убиквитин-протеосомальная система деградации белка. То есть есть за эту, кстати говоря, за это открытие была вручена Нобелевская премия в 2004 году. И, в общем, как так сказать, результатом этого открытие
и являются многие направления в косметологии, которые защищают активные компоненты, защищают клетку от накопления токсинов и шлаков. И если мы посмотрим на результат, на действие экстракта акациевой шелковой, то здесь мы можем выделить в первую очередь, конечно, это сияние и свежесть. То есть кожа при регулярном, скажем так, использовании в кремах, в наших средствах экстракта акации шелковой, не просто улучшается состояние кожи и появляется упругость, эластичность, но еще и кожа становится более свежей, более сияющей, более подтянутой. Вот. Это все благодаря экстракту акации шелковой или персидского дерева, еще по-другому так называют. И в конечном итоге, как я сказала в начале, название у этого экстракта запатентованное – парадизия. И вот три этих чудесных компонента, инновационных компонента, которые действительно имеют полное право быть ведущими компонентами в линии, которую мы характеризуем как линии лакшери, вот эти три компоненты объединены в один единый комплекс. Это комплекс, который называется Platinum MP. И в составе мы видим, собственно, платину, мелкодисперсную коллоидную платину, водный раствор ионов платины. А следующая буковка М – это матриксил Сенти-6 и буковка П, которую вы видите, да, в названии комплекса, это парадизия или акация шелковая. Итак, это комплекс. То есть почему комплекс, а не отдельно активные компоненты? Результатом работы лаборатории доктора Роланда Захера является создание вот этого комплекса Platinum MP, где каждый из выше перечисленных компонентов усиливает действие друг друга. Напомню, что платина – это проводник, это антиоксидант, это компонент, который создает благоприятные условия для жизнедеятельности клеток и вместе с тем проталкивает и протягивает вместе с собой в глубокие слои кожи матриксил Сенти-6 и парадизию или экстракт акации шелковой. И в результате, конечно, мы видим хороший, мощный эффект омоложения. Линия не только имеет вот такой важный и инновационный комплекс, но линия, помимо всего прочего, еще и облечена в очень красивые упаковки. Вы видите сейчас на экране домашнюю серию. У меня тут тоже есть вот такие чудесные флакончики, сама ими пользуюсь с большим удовольствием. Очень люблю тот результат, который получаю от этой чудесной линии. И если хотела бы обратить внимание на этот ассортимент, значит, в ассортименте линии Platinum Kia на сегодняшний момент 5 совершенно самодостаточных средств. Это крем дневной, крем ночной, сыворотка-концентрат. Есть еще и ампульный концентрат. Он у нас, правда, не представлен в этой презентации, но я о нем расскажу, безусловно. Сыворотка-концентрат, ампульный концентрат и средства ухода за орбитальной областью. Каждый из этих кремов, я говорю сейчас о домашней, розничной продукции, находится в очень красивом таком тубе цвета платины. И есть еще один набор, где объединены три продукта. Это большой туб, три продукта – дневной, ночной и крем для глаз. ФСКЭ, вот называется этот набор, это ассортимент розницы. Ну, давайте с вами познакомимся с каждым кремом, поговорим о его преимуществах, о его особенностях. Итак, крем дневной. Дневной реструктурирующий крем с пептидами и коллоидной платиной. Нежная текстура, приятный аромат. Ну, давайте сейчас мы с вами попробуем. Так, это ночной крем. Это у меня дневной крем. Вот такая вот розовая
нежно-розовая текстура. Ну, вы как особо-то, наверное, и не видите, но очень хочется поделиться. Приятный аромат, запах магнолии у продуктов этой линии. И магнолия тоже для бренда Janssen такой знаковый аромат. В свое время у нас была линия лакшери, линия нашего технолога доктора Роланда Захера. И вот эта линия имела аромат магнолии. Он настолько любился нашим клиентам, что после того, как линия доктора Роланда Захера претерпела обновление, ребрендинг, решили аромат не менять и текстуры средств тоже не менять, дабы не расстраивать тех клиентов, которые пользовались и, так сказать, влюбились в свое время в эту линию. Но все составы совершенно другие. Составы, которые на сегодняшний момент являются, ну, самыми популярными, самыми действенными на сегодняшний момент на косметическом рынке. Итак, дневной крем. Задача любого дневного продукта в первую очередь – это защита, конечно. Защита, и если мы обратим внимание на активные ингредиенты, то мы будем видеть, что помимо комплекса Platinum MP, который входит практически во все средства линии Platinum Care, в составе дневного крема – это гиалуроновая кислота, ценнейший увлажняющий компонент. Мы говорим очень часто на семинарах о том, что гиалуроновая кислота – это поистину королева косметологии, это влагоудерживающий, очень мощный ингредиент. Помимо гиалуроновой кислоты – витамин Е, ацетат, витамин молодости и масло манго. Это компонент, который будет давать еще и дополнительное питание и восстановление барьера нашей кожи, то есть будет давать дополнительную защиту. Итак, дневной крем. Дневной крем, что еще хотелось бы сказать? В этой формуле мы не видим средств защиты, компонентов защиты от излучений солнечных. А это важно для любого дневного ухода помнить о том, что необходима защита. И я напоминаю, что у Janssen есть средство, называется солнцезащитная эмульсия Face Guard Advanced. Артикул у нее 2831. И вот эту вот эмульсию очень рекомендую вам использовать в дневном уходе. Дневной уход, солнцезащитная эмульсия вместе с кремом дневным. Этот крем имеет артикул 1210. Дневной крем для ухода за кожей лица, шеи, декольте в первой половине дня. Можно ли его использовать вечером? Ну, можно. Да. Я считаю, что если вас удовлетворяет текстура, то вы вполне можете этот крем использовать, ну, уже, правда, без солнцезащитной эмульсии, еще и во второй половине дня. Вот. Особенно это важно в жаркое время года, в летний, например, там, весенний сезон, вот, когда не хочется перегружать кожу дополнительными липидами, или для клиентов, которые имеют более молодую, ну, относятся к более молодой возрастной группе, для них может дневной крем быть единым как дневной уход, так и вечерний уход. Здесь мы четких каких-то рамок не ставим. Пожалуйста, можно так, можно и так. Дневной крем, напоминаю, 12-10, у него артикул. Следующий крем – это крем ночного ухода или вечернего ухода. Называется он реструктурирующий ночной крем с пептидами и коллоидной платиной. И этот крем будет иметь уже более такую насыщенную текстуру. Тот же аромат магнолии, вот, насыщенная текстура. Это понятно почему. Собственно, в второй половине дня, во время вечернего ухода, хочется наносить уже что-то более питательное, что-то более такое восстанавливающее кожу. Напомню, что наша кожа – это самостоятельный
орган, который имеет, который живет в определенных биологических ритмах. И если ориентироваться на эти биологические ритмы, то в первой половине дня кожа направлена на защиту, а вторая половина дня – это восстановление. И вот именно задача восстановления, улучшения эластичности, упругости кожи – это то, что и будет обеспечивать крем вечернего ухода. Артикул у этого крема 12-20. Задает вопрос Татьяна. Добрый день, солнцезащитную эмульсию наносят после дневного крема, дневного крема или через какое время? По поводу солнцезащитной эмульсии, коллеги, еще раз напомню, я практически на каждом семинаре об этом говорю, о солнцезащитной эмульсии и о том, как ее нужно использовать. Так вот, солнцезащитная эмульсия – это средство, которое может быть нанесено как под крем, так и на крем. Это не снижает активности SPF-защиты, а SPF у солнцезащитной эмульсии 30. Ну, используйте так, как вам комфортнее. Либо сначала солнцезащитную основу, вот, потом крем, либо наоборот. Это не принципиально, как нам вот последний раз сказали технологи в Германии, когда мы были. Мы задавали этот вопрос. Ну, надеюсь, Татьяна ответила на ваш вопрос. И для тех, кто к нам недавно подключился, пожалуйста, напишите, кто вы, откуда вы, с какого города. И если вы недавно работаете с Янсеном, то тоже, пожалуйста, это укажите. Спасибо вам большое за то, что своевременно откликаетесь и пишете в чаты те ответы, которые мы от вас ждем. Ночной крем. Ну, здесь другая совершенно формула активных компонентов, потому что задача перед кремом, который мы называем ночным, совершенно другая. Здесь не защита, а тут восстановление. Восстановление. И восстановление должно быть всех слоев кожи. Это должно быть, безусловно, увлажнение. Это должно быть питание. И должны быть еще дополнительно какие-то компоненты, которые усиливают процесс регенерации кожи. Давайте посмотрим на формулу активных ингредиентов. Ну, в первую очередь, безусловно, комплекс Platinum MP, комплекс, в состав которого входит коллоидная платина, матриксил СНТ-6, пептидный комплекс, и продизия или акация шелковая. Напомню, что это ключевой компонент линии Platinum K, нашей лакшери-линии, которую мы сейчас с вами разбираем. Усилена эта формула комплексом, который называется липодермол. Липодермол – это витамин А пальмитат или провитамин А, предшественник. Это не ретинол, пусть вас это не смущает никоим образом. Вот, это, так сказать, предшественник витамина А, и он никаких, скажем так, противопоказаний к его использованию у нас нет. Но лучше, если мы все-таки будем этим средством пользоваться во второй половине дня, если нам необходимо восстановление. В зимнее время я частенько использую и сама, и рекомендую своим клиентам ночной крем использовать в первой половине дня. Это тоже возможно, потому что в зимнее время коже больше нужно давать импульса на регенерацию и на восстановление. Зимой наша кожа находится в таком спящем режиме, вот, и немножко ее, так сказать, поддерживать дополнительно мы должны. Поэтому крем ночного ухода зимнее, осеннее время может быть использован и как дневной. То есть, видите, вот такая вот комбинация, она вполне допустима. Итак, дуэт комплекса Platinum MP и витамина А пальмитата усилен еще и гиалуроновой кислотой, конечно же, витамином Е, ацетатом, и комплексом
липидных, ценных масел, ценных липидов. В прошлом, в дневном креме, в предыдущем продукте у нас было только масло манго. Здесь уже липидный комплекс, который больше направлен на питание и на восстановление эпидермального барьера. По ночному крему в профессиональном уходе мы можем проводить массаж. И мы обязательно сегодня покажем вам видео, вы его посмотрите с профессиональным уходом, разберем это видео, поговорим о тех средствах, которые можно в профессиональном уходе использовать. И вот по ночному крему, референция 12-20 у него, можно проводить массаж в профессиональном уходе. Либо дома вы вполне можете сами рекомендовать своим клиентам, то есть они в домашних условиях наносят вечером этот крем и проводят ну, какие-то этапы массажа, там поглаживание, разминание, может быть, похлопывание, используя вот этот вот крем. Вы таким образом будет усилено действие этого продукта, и результат, соответственно, будет намного более ярким. Это ночной крем из линии Platinum Care. Говорили о нем. Следующее – это крем ухода за орбитальной областью. Реструктурирующий крем для глаз, более правильно сказать, для кожи вокруг глаз, с пептидами и коллоидной платиной. Средства для орбитальной области. Чем они принципиально отличаются от средств ухода за кожей, лица, шеи, декольте? Ну, не для нас, я думаю, что не секрет, что зона достаточно требовательная, зона орбиты, и в этой области частенько мы встречаем такие проявления, как отечность, как темные круги, появление морщин мелких или более глубоких, носослезные борозды становятся с возрастом более выраженным. Вот, поэтому сам по себе и текстура продукта должна быть немножко другой, и активные компоненты тоже должны отличаться. Что касается текстуры, текстура у этого средства такая же кремовая, вот, но дополнительно она, скажем так, дополнительно в состав введены светоотражающие компоненты, которые нивелируют выраженность мелких морщин, разглаживают эту зону, делают сразу после нанесения этого крема кожу более сияющей, свежей, и не так видны вот эти вот некие изъяны. Конечно, хороший эффект мы будем добиваться при регулярном использовании этого крема, но сразу же после нанесения будет видно, что кожа этой зоны ухожена. Кстати говоря, все средства для орбитальной области могут быть нанесены и на зону пероральную, да, вот сюда, где у нас частенько с возрастом, конечно, безусловно, это возрастной уход, частенько появляются такие мелкие морщиночки, которые мы называем кисетами. Вот если такая проблема у вас или у ваших клиентов, вы можете наносить этот крем и на вот эту зону. То есть будет такой вот интересный у вас этап в вашем уходе, дополнительный. Состав средства для орбитальной области, как я сказала, тоже отличается. И здесь, конечно же, Platinum MP комплекс, наш ключевой для Platinum Kia линии. А дополнительно, помимо масел, сюда введен Sensitive комплекс. Это комплекс, который является ключевым для линии Sensitive Kia. И это комплекс на растительной основе, в состав которого входит тонкий каштан, болотный щитолистник, лакричник, календула. Вот. Это компоненты, которые мы называем венотониками, да, ингредиенты, которые укрепляют сосудистую стенку, улучшают процессы микроциркуляции, борются с отечностью, с пастозностью, с темными кругами. Вот. Комплекс Sensitive здесь представлен в достаточно таком хорошем процентном отношении.
Ну и витамины, да, безусловно, с витамином Е мы уже с вами познакомились, и добавлено еще масло капуасу и масло ореха макадами. Масло капуасу очень интересное масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами, вот, и оказывает не просто питательное действие на кожу, но еще и противовоспалительное и ранозаживляющее, что для орбитальной области, как мне кажется, очень-очень актуально. Крем ухода за орбитальной областью имеет артикул 1260. Это третье средство в линии Platinum Care. А следующее – это, как мы называем, активы. Активные продукты, средства, которые усиливают действие тех кремов, о которых мы говорили чуть раньше. Ну вот прежде чем приступить к обзору активов, мне бы хотелось сказать, что линия Platinum Care разработана для лакшери ухода, да, это люксовая линия. И продукты, которые имеют характеристику люкс или лакшери, могут быть интересны для разных возрастных групп. Не обязательно для клиентов старшей возрастной группы. Это могут быть клиенты и более молодые. Вот. И наши кремы, о которых мы говорили, крем дневной, крем ночной и крем ухода за орбитальной областью, может быть рекомендован и в более молодом возрасте. Ну, начиная там с 30 лет, если есть какие-то уже возрастные изменения, и наши клиенты хотят пользоваться этими средствами, им комфортны эти текстуры, они видят хороший эффект, пожалуйста, рекомендуйте для более молодой возрастной группы крем дневной, крем ночной и крем ухода за орбитальной областью. В составах этих средств нет ничего такого, чтобы, ну, скажем так, имело какой-то сильный анти-эйдж уход, и этого не нужно бояться. Когда мы рассказывали о комплексе Matrixil с анти-6, я говорила, что это компонент, который поддерживает выработку основных структурных компонентов эпидермально-термального соединения, не стимулирует, да, а просто поддерживает. Поэтому если есть интерес и если есть в этом необходимость, то дневные кремы вполне, дневной, ночной крем для глаз вполне можно рекомендовать для тех, кто относится, ну, к клиентам более молодой возрастной группы. А те, кто постарше, да, это уже там 45 и плюс, для них в уход регулярный необходимо добавить еще и сыворотки. Вот одна из этих сывороток на вашем экране сейчас. Это реструктурирующая сыворотка с коллоидной платиной. Артикул у нее 1230. Вопрос задает Светлана. Подскажите, пожалуйста, крем для глаз наносить утром и вечером? Да, конечно, и утром, и вечером, да, в утренний и вечерний уход, безусловно. Сыворотка, которую вы видите на экране, будет оказывать лифтинг-эффект, работает на уменьшение выраженности мимических морщин, очень хорошо и пролонгированно увлажняет кожу, освежает ее и оказывает еще дополнительные такие светоотражающий эффект хороший. Она имеет такое перламутровое сияние. Надеюсь, вы увидите, ну, может быть, не увидите. Вот такая легкая текстура, немножко даже гелевая, такая легкая-легкая эмульсия. Вот, вот чудесная сыворотка, эффект серум в линии Platinum Care. Формула здесь тоже, естественно, другая. И давайте посмотрим, что же здесь является основными компонентами. В первую очередь, видите, наши технологи в первую очередь на, так сказать, на слайд поместили компоненты, которые разглаживают морщины. Это рассеивающие свет пигменты,
да, который нивелирует выраженность мелких морщин. Затем комплекс Инстенсил. Комплекс Инстенсил представлен экстрактом корней маниока. Это комплекс, который создает на поверхности кожи такую 3D-пленку. Пленка воздухопроницаемая, естественно, пленка, это в кавычки можно взять. Но, тем не менее, вот это вот натяжение, которое дает этот компонент, говорит о том, что средство практически сразу дает хороший лифтинг-эффект. Но помимо моментального лифтингового эффекта, будет, в этой формуле работает еще один компонент, который при регулярном использовании будет давать истинный лифтинг. Это Gotulin Expression комплекс, в составе которого работает акмелоогородная. Это на сегодняшний момент очень популярный растительный миорелаксант. То есть активность мимики становится не такой выраженной и дает возможность коже восстановить структуру, выталкиваются морщинки мелкие на поверхность кожи, кожа становится более объемная, более гладкая. И здесь мы отмечаем о том, что это такой уже истинный лифтинг-эффект. Итак, это основные компоненты в этой сыворотке. К дополнительным компонентам относится коллоидная платина. Тут вы видите уже комплексом Матриксил, Платинум МП в составе нет. Здесь только коллоидная платина, которая является антиоксидантом, является проводником. Да, мы говорили сегодня об этом. И вот здесь решили в этой формуле оставить только платину. Может у вас возникнуть вопрос, почему? Ведь такой замечательный комплекс платинум МП. Но дело в том, что любую сыворотку мы используем вместе с кремом. Дневным кремом или вечерним кремом, не имеет значения. Кстати, эту сыворотку мы можем наносить и в дневной уход, и в вечерний уход. И в двух продуктах наличие комплекса Platinum MP не обязательно. Достаточно иметь только коллоидный платинум, который является проводником. Итак, платина, гиалуроновая кислота, экстракт корней императы цилиндрики. Это растительный компонент. Императа цилиндрическая – это пустынное растение, которое богато калием, а именно калий очень хорошо и эффективно удерживает влагу в верхних слоях кожи. Поэтому экстракт корней императы цилиндрической используется и в этой формуле, и, кстати, является важнейшим компонентом линии Dry Skin, о которой мы будем, по-моему, на следующей неделе у нас запланировано знакомство с нашей универсальной линией Dry Skin. Сахар инвертный дополнительно является увлажняющим компонентом. Это комплекс пентовитин, по-другому можно еще его назвать, комплексом пентовитин, который дает увлажнение порядка 72 часов. То есть задача сыворотки эффект серум, артикул 12-30 у нее еще раз, это увлажнение, это разглаживание морщин, это сияние, свежесть и, конечно же, лифтинг-эффект. Это продукт, который может быть рекомендован вами клиентам для старшей возрастной группы в усилении работы дневного и вечернего крема. Светлана спрашивает, Татьяна сначала, да, подскажите, какой промежуток времени нужно, чтобы после сыворотки нанести крем? Практически не нужно, вы нанесли, вбиваете это средство, немножко оно у вас подсохло, чуть-чуть, буквально прям под пальчиками. Средство нужно совсем немножко, там, с горошинку размером, вот, быстро впитывается, не нужно ждать высыхания полного, достаточно, ну, практически сразу нанести крем. И еще Светлана спрашивает, как быть при нанесении сыворотки днем под дневной крем защиты от солнца. А, то есть, если вы днем хотите использовать сыворотку, и еще и дневной крем, и еще и защиту от солнца. Но здесь вам нужно выбрать что-то по
по комфорту. Если кожа склонна к жирности, и вы опасаетесь ультрафиолетового воздействия негативного, я бы в таком случае взяла сыворотку, вот эффект серум, нанесла сыворотку, а сверху солнцезащитную эмульсию. Вот. Здесь, конечно, слишком много продуктов иногда бывает лишним, честно говоря. И еще одно средство, которого у нас нет в презентации, это ампульный концентрат. Ампульный концентрат вышел чуть-чуть позже, нежели чем сама линия Platinum Care, но уже сейчас завоевал большое количество своих приверженцев. Вообще, вы, я уверена, знаете, что у Янсена большое количество ампульных концентратов. Вот, они активно используются и нашими косметологами. Прошу прощения. У нас соседи ремонт, ничего не могу с этим сделать. Идет еще такой фон. Итак, сыворотка ампульная, эффект серум. 1290 у нее, по-моему, артикул, если я не ошибаюсь. И в состав ампульного концентрата, это такой эликсир для сияния кожи, в состав входит платина, входит акмела огородная, а именно комплекс Гатулин Экспрешн, который будет давать миорелаксирующий эффект, и гиалуроновая кислота с длинной и с короткой цепью. Вот, это состав ампульного концентрата, который относится к линии Platinum Care. По поводу ампульных концентратов. Часто задают вопрос, что наши ампульные концентраты имеют текстуру такую немножко как будто масляную. На самом деле не масляная, она ближе к гелевой. И вот эта текстура жидкого геля говорит о том, что в составе этого раствора большое количество гиалуроновой кислоты. Вот. Это преимущество ампул всех наших, это интенсивное увлажнение. Пусть вас не смущает, что они немножко такие скользкие. Вот. Если это приносит вам некий дискомфорт, то в таком случае правильно наносите этот концентрат не сдвигающими такими движениями, да, а легкими похлопывающими, вот такими вот сбивающими движениями. И тогда нанесение будет очень комфортно, и никаких негативных ощущений ни вы, ни ваши клиенты испытывать не будут. Вот это Елена еще задает вопрос. Можно еще раз состав ампул Гатулин, что еще? Виснет у меня, спасибо, пишет Елена. Да, конечно, в состав входит коллоидная платина, входит комплекс Гатулин Экспрешена, это миорелаксан, и гиалуроновая кислота с длинной и короткой цепью. Вот, это состав ампульных концентратов, ампульные концентраты линии Platinum Care. Ну, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Ну и, в общем-то, вы знаете, на этом такой обзор средств дневного ухода, вообще ассортимента Janssen, я считаю, мы можем закончить. И переходим с вами к профессиональному уходу Platinum Care, собственно, к процедуре. Сейчас у нас IT-отдел на связи, и я попрошу включить видео для вас профессиональной процедуры Platinum Care. Пока идет загрузка, мне бы хотелось напомнить о том, ну вот загрузка уже произошла, я думаю, что вы это видите. Давайте посмотрим видео. Не знаю, насколько меня слышно.
Слышно ли, Дмитрий, IT-отделу вопрос задаю. Слышно ли меня? Да, слышно. Отлично. Я как-то могу комментировать. Прекрасно. Первое, что берет в руки наш тренер, немецкий тренер Рената, это очищающий бальзам из линии Match Your Skin. Ну, как вы понимаете, уже по тому ассортименту, с которым мы познакомились, линия Platinum не имеет в составе линии средств для очищения. Нет масок, есть крем дневной, крем ночной, уход за орбитальной областью и сыворотки. Соответственно, какими-то другими продуктами мы должны пользоваться для проведения полноценного, полного ухода. И наши технологи рекомендуют использовать средства из линии Match Your Skin. Вот Рената взяла непосредственно сейчас бальзам очищающий. Артикул у него 1100 из линии Match Your Skin. Напомню, что это уникальное средство, которое относится к разряду гидрофильных очищающих продуктов, трансформируется из масляной текстуры в эмульсионную и во время вот процесса очищения еще и питает кожу, снимает раздражение. Мы можем этот бальзам оставить как такую небольшую маску, коротенькую по времени, я имею в виду маску, минуты там на 2-3, оставьте, пусть липиды, которые входят в состав этого бальзама, поработают, смягчат кожу, снивелируют, может быть, элементы раздражения. Вот, затем добавляете водичку, руки смачиваете в воде и проводите этап непосредственно очищения. Вот такая вот, вместо видео черный экран. Так, это к IT-отделу, пожалуйста. Видео есть, Мария из сталкера пишет. Смотрю с компьютера, видео есть. Надеюсь, что видите. Итак, умыла. Этап поверхностного очищения проведем. Следующий этап – это тонизация. В наших схемах ухода мы используем средства для глубокого очищения на этом этапе. Пишут в чате, у кого-то есть видео, у кого-то нет видео. Но я думаю, что на этот вопрос нам сейчас в чате ответит IT-отдел. Почему у кого-то нет видео, у кого-то видео есть. Вот, Анастасия из Подольска пишет, что видео есть. Я продолжаю комментировать уход профессиональный. Рената взяла мицеллярный тоник из линии Match Your Skin, в состав которого входит гиалуроновая кислота, мицеллы, артикул 1102. Следующим этапом, который использует Рената в этом уходе, в лакшери уходе Platinum Care, это энзимный пилинг-гель. Тоже из линии Match Your Skin. Артикул 1107. Любимый нами продукт. Действительно чудесное средство, которое работает и как увлажняющая сыворотка. Видите, гелевая текстура и имеет приятный очень аромат. Да, приятный аромат. И хочется еще сказать об этом средстве, что вы можете его наносить не только кисточкой, но еще и просто руками. Взяли на влажные руки небольшое количество средства, нанесли на лицо и проводите такой импровизированный массаж по этой гелевой маске. Таким образом, вы немножко повышаете температуру на поверхности кожи, и энзимы работают более эффективно. Энзим, который входит в состав этого средства, называется субтилизин.
энзим бактериального происхождения, который оказывает деликатное очищающее действие на кожу и в то же самое время еще и, знаете, омыляет кожное сало, растворяет комедоны, вот эти пробочки черные, с которыми мы все боремся, кто-то успешно, кто-то не очень успешно. И при регулярном использовании этого энзима вы можете уменьшить выраженность вот этих вот черных точек, то есть в некоторых случаях вообще от них избавиться. В профессиональном уходе можно положить энзимный пилинг, взять скрабер и провести ультразвуковую чистку. Можно и так. Но в этом уходе, естественно, это не показывается, потому что то, что вы видите сейчас на экране, является спа-процедурой, лакшери-спа-уходом. Вот. И все, что связано со спа, оно не терпит ни аппаратных методик, ни одноразовых материалов. Вы видите, что Ренат работает с полотенцем, все очень красиво оформлено. И вообще, если вы выбираете эту процедуру как процедуру в кабинет свой и как лакшери-процедуру, хотелось бы, чтобы вы дополнительно еще, может быть, какие-то ароматические композиции использовали, аромалампы, желательно более такой комфортный свет, чтобы был, включить музыку, настроить человека на релакс, на расслабление, на получение удовольствия. Следующим этапом после очищения наносится сыворотка-концентрат, эффект серум. 12.30 у нее артикул, мы сегодня с ней уже познакомились. Можно на этом этапе взять ампульный концентрат, да? 12.90 у него артикул, 19.90. Да. Напомню, что сыворотка оказывает увлажняющее действие, сыворотка обеспечивает лифтинг эффект. Этапом используется маска. Эта маска является важнейшей в уходе. Вообще маска — это всегда у нас такой, знаете, основной сердце ухода, как мы говорим с коллегами. И выбрана одна из лучших масок, которые есть в ассортименте у Янсена. Маска биоцеллюлозная с экстрактом голубики, экстрактом стволовых клеток зеленой швейцарской яблони, оказывает освежающее, увлажняющее, лифтинг действие. И вот именно эта маска состоит из двух частей. Вот одну часть наша Рената накладывает на зону лица. Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее, как она это делает. Сняла одну часть, наносит на лицо, разглаживает, снимает сеточку, такой защитный слой. Распределяет маску. Маска очень хорошо ложится на кожу, действительно, как такая, как вторая кожа. Я иногда на семинарах говорю о том, что можно ее разрезать на три части, эту масочку. Ну, конечно, на, как сказать, на пальцах это не объяснить. Лучше после того, как закончится наша самоизоляция, идти к нам на семинар. Кстати, у нас в учебном центре проводится
практический семинар, на котором мы с коллегами отрабатываем тот лакшери-массаж, который сейчас будет демонстрировать Рената. Это запатентованный массаж, профессиональный массаж Janssen Cosmetics, спа-массаж, который вы можете использовать в своих программах. Не обязательно в программе Platinum Kia, можно и в каких-то других своих программах использовать. Очень интересные приемы, вот, направленные на улучшение обменных процессов, на лифтинг, на, ну, это спа-массаж, это техника спа-массажа. И делится этот массаж на две части. Первая часть массажа – это зона шеи декольте. Вот именно к этой части сейчас приступает Рената. А затем, когда маска уже, время экспозиции маски закончится, она приступит ко второй части массажа. Это массаж лица. Ну, давайте посмотрим, как проводит массаж Рената. Все движения. У нас есть описание этого массажа. И еще раз повторю, что в нашем учебном центре проводится обучение технике этого массажа. Пожалуйста, записывайтесь, как только закончится самоизоляция. Рады будем вам. Артикул маски, которая сейчас вот на модели находится, 8206. Биоцеллюлозный лифтинг маска с экстрактом голубики и стволовых клеток зеленой швейцарской яблони. 8206П. Микрофон, пожалуйста, да. Запись предыдущих вебинаров можно посмотреть на нашем сайте, коллеги. Зайдите на jansenbeauty.ru и там найдете раздел «Вебинары», и там записи вебинары все есть, которые мы читаем. Сейчас вот я из дома читаю для вас эти вебинары. Все можно там посмотреть. Закончила косметолог проводить первый этап массажа. Время экспозиции маски
20 минут. Вы можете проводить еще раз массаж зоны шеи, декольте и еще в течение 20 минут. А можно один раз провели, вот как сделала Рената, прикрыть полотенчиком, оставить клиента, ну, там до завершения действия маски. Затем маска снимается, и мы берем крем ночной, 12-20 артикул из линии Platinum Care. Я говорила в начале, да, когда обзор делала этого продукта, что по этому средству можно проводить массаж, что, собственно, сейчас косметолог и делает. Берет необходимое количество средства, распределяет между руками на своих пальчиках, греет этот крем. Напоминаю, что тот уход, который вы видите, относится к лакшери-уходу, к спа-уходу. Вот, все должно быть очень комфортно для клиента. Сейчас она приступает ко второму этапу ухода, ко второму этапу массажа, простите. Массаж лица и шеи. Ну или просто лица. Очень красивые движения, все очень тактильно, комфортно, приятно, приятные ароматы, шелковая текстура у этого крема. Очень хорошо распределяется, обеспечивает длительное скольжение этот крем. Напомню, что в состав этого крема входит комплекс ценных масел, которые, вот, собственно, и дают возможность проведения массажа. Thank you.
Спасибо, Ларис. Спасибо вам. Вы всегда на связи на наших вебинарах. Мне очень приятно это. Да, спасибо. Угу. Ну вот, я смотрю чат, многие пишут, что видео в хорошем качестве, у кого-то не в очень хорошем, но все это можно на нашем сайте, все это можно увидеть. Да, но мы еще не заканчиваем, вы, пожалуйста, не отключайтесь, пока еще не все. Ну вот у Жанны все зависло, ну что ж, попробуйте, может быть, еще раз перезагрузиться. Да, для тех, кто не так давно к нам присоединился, пожалуйста, напишите, кто вы, откуда вы, для нас это очень важно. И то объявление, которое Наталья Ягудина написала в чат, после того, как мы закончим знакомство с линией Platinum Key, я еще раз Наталье скажу о том, о чем вы написали, проговорю, может быть, какие-то вопросы у людей возникнут на эту тему. Обязательно скажем. В общем, тут же массаж близится к завершению. Это уже последние движения, которые проводит Рената. Сам массаж проходит в течение порядка там, 20-30 минут. Каждое движение мы рекомендуем повторять 3-5 раз. Вот. И при необходимости более длительного массажа рекомендуем просто еще раз повторять эти движения. Нравится этот массаж нашим косметологам, очень много приходит людей в учебный центр, обучаются, и мы частенько выезжаем даже в регионы с обучением, вот знаю точно, что в Кемерово приезжала Амира, проводила обучение, это было не так давно, вот, и я ездила в Омск, тоже проводила обучение, это, правда, было какое-то время тому назад, но обучение мы проводим не только в Москве, но и в регионах в том числе. Помимо этой массажной техники, в нашем учебном центре еще разработано два массажа. Один массаж нижней трети лица с акцентом на лифтинг, то есть это такой моделирующий массаж. И второй массаж ухода за верхней третью лица, то есть это область глаз и выше, лоб и глаза. Вот, это техники массажа, которым вы тоже можете обучиться в нашем учебном центре, ну, по завершению этих карантинных мер, в которых мы сейчас все живем. После того, как массаж закончен, обязательно умываем клиента. Вот, мы настоятельно рекомендуем это всегда делать, потому что во время массажа выделяется еще и, ну, скажем так, продукты жизнедеятельности кожи, это и сальные, и потовые железы выбрасывают свой секрет, поэтому нужно смыть остатки продуктов, протонизировать и потом уже подходить к завершению ухода. Рената берет в руки крем ухода за орбитальной областью. Напоминаю, артикул 1260. Это крем, как видите, совсем чуть-чуть, буквально такую виноградную косточку она по объему берет вот этого средства, наносит по неподвижному веку на орбиту. И потом легкими массажными движениями будет распределять это средство на орбитальной области. Еще раз между пальчиками согреть нужно обязательно средство, чтобы было комфортно. Вот, и наносим продукт. В составе этого средства, напомню, присутствует не только ключевой комплекс Platinum MP, да, не только масла и увлажняющие компоненты, но и комплекс Sensitive, который борется с темными кругами, с отечностью в орбитальной области. И светоотражающие такие пигменты в этом креме нивелируют выраженность мелких морщин. Вот, пожалуйста, Face Guard Advanced, о котором мы сегодня с вами уже поговорили. Это солнцезащитная эмульсия, наносит ее. Видите,
Рената выбирает такую технику. Сначала основу солнцезащитную с SPF 30. Кстати говоря, эта основа не только дает защиту от ультрафиолетового излучения, но и от инфракрасного излучения. В состав ввели комплекс Венусиан. Этот комплекс представлен экстрактом бактерий термостермофилус. Вот. Термостермофилус – это ферментами бактерий термостермофилус. Это бактерии, которые живут в гейзерах, в горячих источниках и имеют свою, так сказать, природную высокую защиту от повышенной температуры. Вот именно этот комплекс будет защищать от инфракрасного воздействия. Ну, в нашем случае, в случае ухода на платинум, продукции Platinum Care, мы имеем защиту от инфракрасного воздействия мелкодисперсной коллоидной платиной. Напоминаю вам об этом. Ну и на финале ухода уже крем дневной, финальный, артикул 1210. У этого крема в составе увлажняющие компоненты, масло манго, витамин Е, ацетат и комплекс Platinum MP, ключевой комплекс линии Platinum Care. Вот такой вот роскошный, действительно роскошный спа-уход вы можете предлагать своим клиентам любой абсолютно возрастной группы. Этот уход может быть как подготовка к каким-то значимым событиям в жизни, там свадьба, юбилей или какие-то праздники. Вот. Можно еще раз подчеркнуть, для любой возрастной группы. Вот. Линия разрабатывалась как премиум-уход, лакшери-уход, который дает моментальный, быстрый эффект ухоженной, разглаженной кожи. Домашняя рекомендация, вы уже там смотрите по возрасту. В большей степени, конечно, эта линия относится к анти-эйдж-линиям, вот, но может быть рекомендована и более молодой возрастной группе, если в этом есть необходимость. Вот закончился спа-уход. И на этом, в общем-то, и мы с вами, уважаемые коллеги, тоже подошли к завершению нашего вебинара. Может быть, какие-то у вас вопросы по той линии, которую мы с вами, с которой с вами сегодня познакомились. Кто-то, может быть, вспомнил эту линию, а кто-то познакомился впервые. И, возможно, какие-то вопросы у вас по этой продукции, по концепции возникли. Пишите в чат, я с удовольствием на них отвечу. Пока наш чат просыпается, мне бы хотелось озвучить еще раз то объявление, о котором напомнила Наталья Ягудина, что на сегодняшний момент косметологи могут сделать заказ на сайте. Для этого нужно зайти на наш сайт jansenbeauty.ru в раздел «Для косметологов». Наверху будет в шапочке наверху будет личный кабинет. Заходите, нажимаете на личный кабинет, заходите туда, и перед вами открывается регистрация. Те, кто является московским косметологом, их уже менеджеры зарегистрировали, и вам нужно ввести либо свой номер телефона, либо свою почту. И вы заходите в личный кабинет. Там вы совершаете заказ, смотрите составы продуктов, все описания вы можете там прочитать, если вдруг какие-то вопросы по составам возникают, вот, и совершить заказ. Для региональных косметологов нужно пройти, собственно, регистрацию, вот, и вашими заказами будут заниматься региональные косметологи. Так что вот такое объявление я еще раз вам сказала. Ну что ж, уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста. Спасибо и вам. Я вижу, что чат благодарит нас за проведение вебинара. Мы стараемся быть ближе к вам в такое вот время, которое мы сейчас проживаем,
в режиме самоизоляции все должны быть, но стараемся, чтобы это время прошло для нас с минимальными потерями, а может быть, наоборот, даже с какими-то приобретениями, да, с приобретениями знаний. Теперь вы можете посещать все семинары, которые проводятся в нашем учебном центре, вот, через вот такой вот режим конференции. Спасибо, украшение, да, сам очень много полезной информации. Спасибо, Елена, спасибо. Вот, мы стараемся. Итак, что касается завтрашней нашей встречи. Она состоится, но эта встреча будет направлена на общение с вами, на ваши вопросы. В практике наверняка с чем-то вы сталкивались и не знаете, как разрешить какие-то проблемы ваших клиентов, что-то порекомендовать. Или по поводу продукции какие-то вопросы, о которых мы по разным причинам там не смогли сказать в вебинаре, или вы что-то не расслышали или недопоняли. Пожалуйста, завтра в 11 часов мы с вами встречаемся вот в нашем кабинете вот в этом для вебинаров. Подключайтесь. Вот. И я буду с вами общаться, отвечать на ваши вопросы. С большим удовольствием будем проводить такие встречи каждую пятницу в 11 часов. Так что спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. До завтра. Конкретно, до завтра. Спасибо.